Эфир телеканала РБК продолжает региональный блок новостей. Меня зовут Равиль Ватолин. Здравствуйте. И начнем выпуск с чрезвычайного происшествия в Уфе. В микрорайоне Молодежный на улице Дмитриева произошел крупный пожар. Огонь охватил 6-й этаж панельной многоэтажки. По данным республиканского МЧС, пострадали 11 человек, в том числе 6 детей. По предварительным данным, многоквартирный жилой дом загорелся днем. Спасатели прибыли к месту происшествия около часа дня. В тушении участвовали 13 пожарных расчетов и 38 человек личного состава. Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание. На всю операцию огнеборцам потребовалось чуть больше часа. На место по повышенному рангу пожара направлены силы и средства МЧС России, сотрудники полиции и медики. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано 24 человека, в том числе 10 детей. Погибших нет. По оперативным данным имеется информация о 11 госпитализированных, из них 6 детей. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели противопожарной службы, которые выясняют причины пожара и обстоятельства произошедшего. Также специалисты задействовали и пожарную лабораторию. Башнефть сегодня опубликовала данные по выручке за третий квартал текущего года. Показатели компании в третьем квартале в сравнении со вторым увеличилось сразу на 6% и составило 216 миллиардов рублей. Цифра по итогам 9 месяцев составила 640 миллиардов 700 миллионов рублей. Об этом сообщается в отчете нефтегиганта. Показатель по международным стандартам финансовой отчетности в третьем квартале увеличился к уровню второго на 1%, 43,5 миллиарда рублей. А по итогам трех кварталов выручка составила 133 миллиарда. 300 миллионов рублей. В отчете указывается, что по итогам 9 месяцев у нефтяной компании увеличилась и операционная прибыль, достигнув отметки в 96 миллиардов 400 миллионов рублей. Это более чем на 3% выше аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль компании составила 67 миллиардов 300 миллионов рублей. Ключевым драйвером роста в компании называют синергетический эффект от работы Башнефти в составе НК «Роснефть», в том числе в результате наращивания использования современных технологий внутри групповой кооперации, повышение эффективности переработки и коммерческой деятельности. Административные затраты продолжают ниспадающий тренд, снизились за 9 месяцев почти на 17,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Прирост капитальных затрат без увеличения размера кредитов и займов составил 43,5 миллиарда рублей, рост к аналогичному уровню 2018 года более чем на 21%. Пациенты, страдающие почечной недостаточностью, теперь смогут получать более качественное лечение. В 24 гемодиализных центрах Башкортостана, Удмуртии и Ханты-Мансийского автономного округа в качестве эксперимента внедрили новую цифровую технологию по определению эффективности терапии против анемии и поддержки фосфорно-кальциевого обмена. Об этом рассказали участники Всероссийской научно-практической конференции «Региональные перспективы развития экономики здоровья», которая проходит сегодня в Уфе. По словам медиков, пилотный проект уже дал первые результаты. За последний месяц в республике процент определения эффективности терапии для таких больных увеличился в 2 раза. Отмечается, это стало благодаря искусственному интеллекту. Его разработчики, сотрудники лаборатории при Башкирском госуниверситете и компании «Экософт». Студенты вуза также работают над исследованием вирусного заболевания гепатита С. Сегодня в республике им страдает около 40 тысяч человек. Ну и, как отмечают специалисты, если не внедрять новые методики лечения, то к 30-му году их количество увеличится до 60 тысяч. Даже если нам лечить 350 больных в год, вот это такая самая верхняя цифра, сразу скажу, лечение дорогостоящее, то уже к 2020 году мы практически погашаем, там, к 30-му, 25-му, у нас разные были породы, мы погашаем данную инфекцию. На форуме обсудили вопрос младенческой смертности. В Башкортостане он по-прежнему один из самых острых. В настоящее время в республике на 1000 новорожденных приходится 5 смертей. Ну, на сегодняшний день существует достаточно много проблем. Ухудшается здоровье, к сожалению, женщин. Существуют современные репродуктивные технологии, когда рождаются, скажем так, не очень здоровые дети. Глубоко недоношенные дети дают очень большой процент, вот большую долю в младенческой смертности. По словам медиков, растет смертность трудоспособного населения. За 9 месяцев текущего года в Башкортостане убыль составила более 36 тысяч человек. Для сравнения, в прошлом году эта цифра была менее 13 тысяч. Специалисты объясняют это так называемой демографической ямой. Поколение, которое достигло 60 лет и старше, оно несколько больше по своей численности, чем то молодое поколение, которое родилось в 90-х, например, 2000-х годах.
Также в рамках конференции участники обсудили вопросы государственно-частного партнерства в области медицины. В обсуждениях приняли участие представители госструктуры, бизнеса из Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов. Как в ближайшие годы будет развиваться рынок недвижимости и какие ключевые тенденции повлияют на работу отрасли, эти и другие вопросы обсудят участники Всероссийской конференции «Недвижимость. Тренды 2020», которая состоится в Уфе 14 ноября. Своими кейсами поделятся известные федеральные спикеры. Они расскажут о новых инструментах финансирования, а также использовании IT-технологий в бизнесе. Конференция «Недвижимость. Тренды 2020» пройдет на площадке Crown Plaza Уфа Конгресс Отеля при поддержке медиахолдинга РБК Уфа и Ассоциации профессиональных участников рынка недвижимости. В рамках событий состоится и церемония награждения победителей второго сезона популярного телепроекта нашего телеканала РБК «Стройконтроль». Заявку на участие в конференции можно оформить по телефону в Уфе 246-46-97, а также на сайте мероприятия, которое вы сейчас видите на своем экране. К этому часу это вся информация. Еще больше новостей на нашем сайте rbctv.ru.